Всем здравствуйте, приветствую вас. Иду за овечками. Сейчас не убежали подальше. Думаю, иду, ладно, по пятам им схожу. Все равно пастись долго не будут, потому что тепло. Кружок навернут сейчас и домой. Красотища, тишина. Они у меня то здесь могут улечься, то вот там под деревцем, либо вот тут в тенечке. Три места любименьких. Ну и пошли. Ну видите, здесь особо пасти нечего, вот видите. Здесь такое поле, что лучше его перепахать и что-то посадить. Потому что они вот это особо не кушают и бегут вот туда. А там хорошая трава вот за этими деревьями. Я показывала, там даже я хожу рвать баранчиком, там хорошо, а здесь нет. Вот здесь вот вода проходила, вот видите, даже камыши какие-то, ну вот эта трава, которая в воде растет. А сейчас стало поле. Такой красивый ракурс. Красота. Не знаю, слышно, птички как поют, нет? Вот так вот присмотреться к травке, видите? Прям дорожка, как они идут друг за дружкой. И вот так делаются тропы. Да, когда ветер, не так слышно, как поют птицы.